Всех приветствуем, 4 января, и вчера вечером были первые прилеты в этом году. Случилось это без 10:11, ты лежишь себе тихо, спокойно, уже думаешь засыпать, и как лупанет, и ты понимаешь, что это где-то рядом вообще. Я аж подлетел реально с кровати, думаю, ого, так знаете, заряд бодрости сразу резко сменился. Перед сном. Потом второй. Где-то проходит секунд 5. И еще раз так. Бах-бах. В общем, 4 было взрыва. Сразу понял, что это где-то вот. Где-то рядышком. Я ж так давай в окошечко. Смотрю. И начинается такое зарево. Ну, ж полная темнота. Тем более так ночью. Еще с выключенным светом. И зарево, получается, разгорался. Появился пожар, да. Что пишут, что сообщают. Был прилет по инфраструктуре. Рядом было еще прилет там, ну, возле жилых домов. И в телеграм там каналах есть фотографии. Повылетали стекла, вообще окна, там даже балконные рамы. Повреждены машины во дворах. Ну, так, конечно, знаете... Ну, ощутилось так аж это слово, ощутился вечер. Тоже жалко людей, реально, перед сном все это повылетало. Я представляю, тут вообще жуть всю ихнюю. По пострадавшим, говорят, пострадал один человек. Так, получил ранение. Жертв ничего нету. Пожар потушили. В течение так получаса. Работали там все службы. В общем, вот так вот. Такое начало года. Все. Всем хорошего дня. Берегите себя. Подписывайтесь на канал. Здоровья всем. Все будут добры, люди. Вермовцы.